Всем привет, друзья! Это шоу 1762. Легкое, юмористическое и, казалось бы, ничего особенного, но не тут-то было. И мы начнем с новостей. Сейчас, секундочку. Итак, ноу-хау балаковской власти. Парк для официального выгула собак. Таким образом, зеленая зона превратится в первый в Балакове официальный парк для выгула животных. Лера, что это вообще за новости? Мы же с тобой договорились, вот как бы это спортивные новости должны быть. Что это вообще такое? Что это? Знаешь, ты просто так, получается, одел этот спортивный костюм. Можешь его снимать. И ничего ты о городе Балаково, оказывается, не знаешь. Там когда-то было два теннисных корта, и я пыталась как-то вот на них играть. А теперь вот что делать? Ну, ты знаешь, вот, Лер... Подай вот каблуки. Ответ напрашивается сам. Слушай, иди, это мой диван. Знаешь, ответ напрашивается сам. Вот ты берешь просто, что там, надеваешь этот противособачный костюм, да? Вот, в общем, берешь эту клюшку или как там? Ракетку. Ракетку. Ну, ты же знаешь, собаки любят палки, да? Вот, и вообще, Лера, такой вопрос. Ты играла в сапер? Это такая компьютерная, да, игра? Там флажки, там мины еще. Да, ну, играл, да. Ну, так вот, я думаю, придется сыграть еще. В плане того, что территорию собаки всю загадят, такого не будет, потому что ни один хозяин не захочет, чтобы его собака чем-то неприятным пахла, либо испачкалась. Поэтому чистота здесь будет в любом случае. Ты вот во всем ты видишь негатив. Ну, знаешь, ты просто мне завидуешь. Вот, завидуешь. А знаешь, сколько у нас вообще спортивных объектов реконструируется? И стадион Труд, и водные горки в Альбатросе поставили. Очень много чего. Нет, ну знаешь, это здорово, и я согласен с тобой на 100%, но стоит добавить. Что ты думаешь по этому поводу? И ну чё ты прицепился? Может быть, это будущий трек для бега с препятствиями? Ну да, хорошо. А что ты думаешь по этому поводу? Знаешь, мне кажется, они просто ждут, пока дождь наполнит эти углубления и экономят на этом воду, оптимизация. Да вообще, чё ты прицепился? Город Балаково – это город спортивный. У нас столько спортивных сооружений, и ледовые дворцы, и бассейны. И вообще наши спортсмены очень хороши. Недавно боксер, супертяжеловес из Балакова, победил в Универсиаде Саратовской области. А какая у нас школа дзюдо? Одни сестры Ольга и Глафира Борисова чего стоят? Ну? Ну, ты знаешь, здесь только остается поаплодировать на все 100%. Это действительно так, это правда. Вообще, Лера, знаешь, в чем мы с тобой спорим? Я предлагаю, знаешь, именно поговорить о спорте со знающим человеком в спорте. Я вот даже не постесняюсь, сейчас назову все его регалии. Вот ты готова? Давай, я слушать. Итак, смотри. Мы сейчас поговорим с тобой с мастером спорта по самбо, доцентом, членом-корреспондентом Международной академии общественных наук, награжденным почетным знаком за стойкость и выживание. Лера, ты представляешь, это всего один человек. У нас в Балаково есть такие люди? Конечно! Ведь это глава Балаковского района Иван Васильевич Чепрасов! Здравствуйте! Иван Васильевич, вот мы тут говорили про ваши регалии. Это вообще вот действительно все получается про вас, да? Это правда то, что вы там спортсмен, мастер спорта по самбо? Пока правда. Пока в чем? Пока. Ну, не знаю. Так, Иван Васильевич, мы тут узнали, что у вас есть такой знак за стойкость и выживание. Вот расскажите нам, что это за такой знак? То есть вы снимались в передаче «Последний герой», может быть, там, ну, просто интересно, почему за выживание? Ну, к сожалению, меня на эту передачу не приглашали, я бы, конечно, рискнул, учитывая, что там столько красивых женщин. Стойкость и выживание – это один из знаков губернатора. У меня их три. Один – это за стойкость и выживание. Ну, это где-то 2000 год, когда шла адаптация бизнеса в новых экономических условиях, и те люди, которые что-то принесли вот, в своих инновациях, в новые бизнесе, вот, присваивался такой знак. Но мне он достался случайно, так скажем, когда был губернатором Никита Федорович Аяцков. Он такой человек импульсивный. Ну, на одной из встреч, если память не изменяет, в «Красном партизане» было такое совещание, меня тут пригласили. Я на тот момент начинал раскручивать лапу-балу уже, и мне было так, скажем. В срочном порядке, в течение ночи, как говорят, к утру кормить, или там, ночь кормить, к утру зарезать. И мне так вот,
оградили. Именно в этот момент, можно сказать, выстояли, да? То есть больше наверное, ему понравилась презентация вот, моих идей и начало реализации вот, возрождения молочного завода по старому, так и поэтому. Список награжденных я точно не был, я это знаю, поэтому вот за ночь все решился, и мне утром вручили такой. Ну, знаете, Иван Васильевич, собственно, я думаю, это стоит поаплодировать. Мы вас знаем, вот, в том числе и с Валерием, да все, что мы с Валерием, все балаковцы знают вас именно по вашей административной деятельности. А вот вообще, как вы добираетесь на работу? Вообще, может быть, вы ездите, ходите пешком, может быть, летите на самолете, мы этого не знаем. Расскажите, пожалуйста, вот вообще, как вы живете? Расскажите нам все. Все-все. Прям все? Прям все. Вы что, ребят? Нет. Ну, все рассказывать нельзя. Что-то должно остаться, так сказать, за кадром, да, интригой. Все зависит от ситуации. Когда строился второй мостовой переход, мост Побед мы его сейчас называем, мы уже, наверное, уже считаем, что он у нас всегда был, забыли. Я каждое утро и вечер ходил, и в обед ходил на работу пешком, да, потому что нужно было контролировать. В рабочие дни добираюсь на служебной машине, в выходные езжу сам на работу. Вот, коротко. А вот если о том, что вот как добираться на работу, вот. По поводу велосипедов, Иван Васильевич, вот скажите, это вообще шутка ли? Или действительно уже в скором времени мы будем наблюдать, как наши чиновники будут добираться на место работы именно на велосипедах? Ну, в каждой шутке есть доля истины. Поэтому я считаю, что вот, учитывая, что Балакова спортивные, это же тоже была шутка, которую озвучил Вячеслав Викторович Володин, председатель Государственной Думы. Подхватили, поддержал, и в этом году у нас в августе будет проходить форум российского масштаба, на который приедет вся страна и будет учиться у нас развитию вот именно внутридворового спорта. Здесь такая же ситуация, вот здоровый образ жизни для жителей города Балаково, это уже становится нормой. Я считаю, что одним из таких вот хороших примеров был бы, если бы, ну, начнем с себя, я покажу, как это нужно делать. И остальные подтянутся, будут добираться на работу на велосипеде. Я считаю, что это хорошая идея. И все начинается с идеи, а потом уже реализации. А через 2-3 года становится это все нормой. Вот коротко я вспоминаю 90-е годы, когда 5-6 человек нас, ну тогда молодых людей, приезжало в «Дельфин» в 6 утра. Перед началом рабочего дня. Нас было всего 5-6 человек, никто больше там не участвовал. И считалось, что, наверное, больше уже никогда не будет. Вы попробуйте сейчас в 6 утра попасть хотя бы в один из 4 наших бассейнов. Это же невозможно. Вот и все. Поэтому вот видите, как ситуация меняется. Я думаю, что через 2-3 года будут все буквально ездить на велосипеде на работу. К этому нужно готовиться. Антон Васильевич, вот скажите, вот. Какой бы вы себе, вот вы выберете велосипед? Интересно, вот, может быть, салют? Почему? Будет зависеть от марки? Нет, ни в коем случае. Ну, салют – это нормально, почему нет? Мне нравится такой велосипед, салют. Удобный, корзиночка. Да, ну, орленок как-то несерьезный, наверное, салют. И название само за себя говорит. И будет, наверное, и плюс еще продвижение бренда именно нашего отечественного производителя. Это же тоже хорошо. Да, да. Серьезно. Ну, то есть, получается, ни о каких GT речь не может идти, нет, да? Нет, ни в коем случае, да. Да? Знаете, у вас еще там стоит автоматическая чистка обуви. Мне кажется, теперь надо потом будет душевую кабину ставить, потому что когда едете после такой велопрогулки, да, долгой. Абсолютно согласен. Потому что для того, чтобы продвигать какую-то идею, нужно создать условия сначала для этого. Поэтому вы абсолютно правы. Нужна душевая кабина, нужно, чтобы люди могли приехать, помыться, переодеться и идти на работу, при этом издавая запахи, ароматы, которые бы удовлетворяли всех. Хорошо, Иван Васильевич, слушайте, а вот все-таки с чем связана установка именно скейт-парка около администрации? Вот иногда не бывает такого, что вот вы уходите, смотрите в окошко, и вот видите, как люди там делают какие-то интересные трюки. Не хочется ли самому взять, встать действительно на четырехколесное чудо? Нет, честно скажу, что такого вот порыва и такого желания у меня не возникает.
Ну, все зависит, наверное, от того, насколько человек готов получить от этого удовольствие или нет. Я не вижу себя вот в Казани. Милана Васильевич, не бывает такое, то, что во время обеденного перерыва просто так заинтересовало поглядеть, что там они вытворяют? Вот такая, шторочку отдернули? Нет, ну я щеки тут не буду. Почему во время обеденного перерыва? Я периодически так подхожу и смотрю не только в обеденный перерыв. Да, приятно смотреть, когда совсем юные, повзрослее люди оттачивают свое мастерство. Приятно во всех смыслах. Есть же то, что нас раздражает. В данном случае я получаю не только какой-то там негатив от того, что под окнами что-то там гремит, но и полное удовольствие. Значит, решение было правильным. Знаете, вот еще из новых трендов молодежи, вот вы же спортивный человек. Вот вы не придерживаетесь правильного питания, или как можно говорить по молодежному ПП? Я часто на этот вопрос отвечаю, и всегда отвечаю в таком формате. Я очень злой человек по жизни, да, а злые они не бывают полными, поэтому мне так все загорает. Ни в чем я себя не ограничиваю, кушаю всегда все, что мне хочется, но при этом, наверное, все-таки трачу много энергии. Все зависит от образа жизни. Если он такой пассивный, то тогда, пожалуйста, вам такой неприятный момент, как полнота излишняя. Я всегда в движении, поэтому нет, не буду говорить, что у меня какая-то особая диета, я там в чем-то себя ограничиваю. В общем, Валерии не удастся сегодня рецептик диеты новой для себя взять, приобрести. На велосипед вперед. Чтобы быть спортивным, нужно быть активным. Да. Знаете, вот вы всегда в тренде, я вот даже вам иногда завидую. Вот вас только выпустишь на улице, и сразу все о вас говорят. Вот скажите, вот где вас можно встретить? Вот многих из администраций я вижу там, в торговых центрах, а вы сами гуляете на улице, где вас можно увидеть? Нет, на улице меня можно встретить. Можно? Да, конечно, и в парке, и в спортивном зале, и на пляже, и где угодно. Кроме магазина. Нет, я не скажу, что я не хожу в магазин. Во-первых, магазин, покупки, то, что касается одежды, я это делаю всегда сам практически. Ну, по крайней мере, 90%. Потому что пойти с супругой или там с другим человеком, для меня это дискомфорт. Я начинаю нервничать, и мне кажется, это пустая трата времени, поэтому я одежду покупаю всегда опытом. Зашел в магазин, мне понравилось что-то там, значит, я... Образ вы сами подбираете себе? Да. Ну, там же есть консультант, они могут посоветовать. Но когда начинает говорить, тебе это не подходит или еще, меня это всегда нервирует. Поэтому я считаю, что это такое дело интимное. Поэтому вот магазин для меня поход, это не про меня. В продуктовый магазин, да, в коммунистической, по дороге домой я всегда заезжаю в Милену, отовариваюсь, так скажем, покупаю, что мне нравится. А так, я еще раз говорю, что гуляй по городу, не проблема. А поклонницы к вам подходят? Ну, я, наверное, уже скажу правду, что в моем возрасте уже поклонницы вряд ли. Тот, кто говорит, что, я думаю, он лукает немножко. А вот совсем юные, там, скажем, девочки, мальчики подходят, чтобы сделать селфи, так скажем. Ну, это приятно, что узнают, значит, не все так безнадежно. Вот. С одной стороны, так, а с другой стороны, когда приходишь на каток и хочешь покататься, и бесконечно, это немножко тоже дискомфорт какой-то есть. Но, учитывая специфику своей, моей работы, это необходимо. Значит, люди, они же с хорошим подходят, там, скажем, какой-то негатив несут, поэтому все нормально. А вот вы есть официально у вас страничка в соцсетях, есть или в Инстаграме? Вот все эти фотографии можно где-то увидеть. Инстаграм не хотите свой завести? Или, может быть, кто-то третье лицо там сидит, перед этим вопросом? Нет, в Инстаграм есть страничка, но вот третье лицо я это не приемлю. Если есть время и желание, и настроение, то можно, конечно. Кстати, Иван Васильевич, по поводу настроения, что угощаете компотиком? Вкусное. Да? Да, бабушка моя делала. Процесс брожения уже прошел или как там, скажем? Может, вы спросили вот про личную жизнь? Надеетесь, что я сейчас сболтну лишнего после этого? Кто знает. Вкусно. Бабушка у вас молодец. Про автографы.
Можно автограф, пожалуйста, вас попросить оставить автограф на память? На память. Просто росписи все, да? Ну, Валерий, пишите. Валерий. Вот. Иван Васильевич Чепрасов. От Ивана Чепрасова можно просто? Да. А можно там еще и Виталий добавить? Ну, Виталий, я думаю... Не обидится. Я запишу. А вы можете здесь просто расписаться, да? Да, конечно. Потом какой-то тест будет делать? Нет, знаете, у меня останется постановление дописать. А фокус уже есть. Не проблема. Иван Васильевич, на самом деле мы сегодня для вас даже не просто так вот. Специально подготовили даже некий опрос, можно так сказать. Вот. Тест, даже так вот. Вы знаете, наша программа называется 1762. Вот как вы думаете, как она называется? Почему она так называется? Ну, наверное, манифест Екатерины II и день рождения, так скажем, была. Да, это абсолютно правильно. Хорошее начало, Иван Васильевич. Прекрасно, я бы сказал. Завершение еще было бы. У нас достаточно сложный дальше тест будет. Это действительно сложный. Я сам, когда видел фотографии, не до конца угадал, да, некоторые вещи. Но здесь нарисованы, ну, можно сказать, фотографии, получается, города нашего, да, в старое время, Иван Васильевич. Вот мы вас хотим попросить, вот узнаете ли вы улицы, какие здесь изображены? Пожалуйста, давайте. Первая фотография. И вторая следом тоже за ней. Это советского времени. Советского, да? Времени, да, как вы думаете? Вот что это за улица? Это Интернавская? Если что, Иван Васильевич, звонок другу тоже позволительно в нашей программе. Да. Давайте вот так будет проще. Ну, я же говорю, вот, да. Поэтому какие там, подручные. Какие автографы, о чем речь? Знаете, Иван Васильевич, вот сложно, да, достаточно? Это... Не подсказывай, Лера. Да. Ну, что ж ты? Улица Ленина? Да. Именно, да. Все, да. Правильно. Да. Честно говоря, не очень такой ракурс. Удачно. Да, надо поругать за фотографа. Не, ну чиновник, он всегда выкрутится, поэтому, да. Как вы думаете, вот да, вот это что это интересно? Вот, честно говоря, даже вот на этой фотографии напоминает наш химический завод, да, на сколько уровне. Но вот это здание до сих пор осталось, и оно действует. Как театр? Нет. Нет. Там люди могут проживать. Проживать могут. Да. Не знаю, так. Как сейчас оно, на каком оно? В гостинице, да? Да. Неужели «Чайка»? Да, это гостиница «Чайка», это... Никогда бы не подумал, да? Это получается, знаете, такой небольшой, да, урок истории. Мы одно время с вами проходим. Так. Я тоже вместе с вами так проанализировал, так же. Не Свердлова? Нет. Там вот магазин такой знакомый, мне кажется. Понятно. Вам. «Три богатыря». Комарова? Да. Это правильно. Итак, нам вообще еще вот эта вот фотография. Как вы думаете, где это? Я так понимаю, там еще повозка еще, слушайте. Ну да, ну не повозка, но ГАЗ-51. Это примерно одно и то же, так скажем. Против Захарова что-то не похоже тоже. Одна сторона почему-то. Давайте помощь залу возьмем. Не готов. Вот так. Друзья, кто-нибудь отгадайте, что это за улица? Может, зрителям отгадать? Человек наши зрители. Шевченко. Да, это правильно. После программы возьмите Шевченко, она будет ждать вас на столе, ну и композитор. Ну и, Иван Васильевич, в каждом, как говорится, тесте существует такой вопросик с подковыркой. Вот как вы думаете, что это за улица? И вообще... Ну, это же вообще не была комната. И это правильно! Не зря вам налили компотик. Да? Правильно, да, получилось. Больше на Сочи, так скажем, на театр. Нет, похож, с торцевой стороны. Да? Это... Вольск. Это, да. Вольск, ваш родной, да. Город Вольск. Иван Васильевич, ну, если он мой деле, родной, то... не только, на самом деле, и мы для вас вопросы подготовили, но также и подготовили вопросики
были жители города Балаково. Вы будете спрашивать у главы нашего города, у Ивана Васильевича, любой вас интересующий вопрос. Есть ли вопрос, который вы хотели бы ему задать? Нет. Не знаю. Да я не знаю, говорю. Да я не могу. Не знаю. Ну, спросите другого. Что бы вы хотели у него спросить? Ничего. Нет. Что бы вы хотели у него узнать? Ничего. Нет, я лучше не буду. Ничего не хочу. Я не знаю, кто это. Это очень... Я не знаю, о чем спросить. Кого-нибудь другого найдите. Привет. Иван Васильевич, что вы делаете в свободное время? Итак, вот первый вопрос, который был задан. Я думаю, его стоит повторить еще раз, да? На всю экран открой, на все. Это его повторять-то не нужно. Вы услышали? Конечно, да. Ну, все зависит от того, сколько этого времени. Если это прям полноценный выходной, и есть возможность выйти на природу, причем в это время разрешена охота, то я, конечно, увлекаюсь этим делом и обязательно выехал на природу там, поохотиться. В летнее время, если погода позволяет, опять же, пляж. Вот какие леса вы пройдете на охоту? Как животных не жалко. А это не обязательно. Значит, охота не подразумевает, там, скажем, жажда кого-то бить, застрелить. Это общение с природой, с друзьями. Вот та компания, которая у нас есть, мы вместе езжаем на все эти вещи с 81 года. Представляете? Так вот. А я вот не раз. Да? Да? Я намек понял, да, пригласил. Вот. Поэтому вот так. А летом с друзьями на Волгу. Все зависит от спортзал тоже, так скажем, мероприятие, которое я люблю, где я отдыхаю и душой, и телом. Ну, абсолютно разные. Я человек не замкнутый, люблю, когда у меня и много друзей. То есть, иными словами, проблемы вот с проведением свободного времени абсолютно никакой. Ну а есть еще один недостаток. Очень люблю, когда есть время поспать. Ну, этот недостаток есть у всех. Да, да. Ну, нет. Ну, есть кто-то страдает бессонницей, я нет, я этим не страдаю. Собственно, это был не единственный вопрос, переходим к следующему. Иван Васильевич, вы хулиганили ли в школе? Итак, вот такой вот вопрос от наших хулиганов. Они честно признали, что хулиганили. Вот они часто подходят и просят фотографировать селфи, это тоже вот для меня, ну... Загадка, зачем они это делают, и в последнее время с каждым вот годом все это чаще. А потом они подписываются. Не знаю. Иван Чебрасов и регистрируются ВКонтакте. Наверное, да. Да, я был не совсем, так скажем, дисциплинированным мальчиком. Учился хорошо, тут вопросов нет, но то, что я был хулиганом, это да. Даже были такие моменты, когда вот в то время, когда я учился, выставлялась оценка и по поведению. Поэтому... Каждый раз, когда решался вопрос, что же мне выставлять, проблемы были, я не скрою. Ну, учитывая, что я еще раз учился не совсем так уж там плохо, поэтому, наверное, меня все-таки берегли на будущее и понимали, что рано или поздно я стану главой Балакова. Ну, как оценки. Хотя многие педагоги, которые вот меня учили, даже классных классе, они до сих пор живы, дай им Богу здоровья. Вот. Я им благодарен. Мне по жизни повезло, так скажем, с первыми учителями и с первой учительницей, с учителями. Был такой массовый выпуск. Пришли первый год на работу в нашу школу. Для них это было, наверное, вот такое, что-то новое. Они хотели и себя там подтвердить. Поэтому по всем предметам, вот, физика, русский, основные такие предметы, пришли новые педагоги, молодые. И, наверное, сам подход, их подход был несколько иной. Многие мои одноклассники, так сказать, люди, которые состоявшиеся, благодаря вот именно той базе, которую дали учителя. Еще раз говорю, да, я был не совсем спокойный ребенок, но, тем не менее, учился я плохо. И самое главное, конечно, я не просто читал много, а очень много читал. Я их любил до сих пор. Расскажите вот самый отвязный поступок в школе. Нет, про него и сейчас даже страшно рассказывать, поэтому. Ну, какой-нибудь вот
Ну, их было много, поэтому... Ну, зачем? Это же тоже дурной пример сейчас начнут. И, причем есть некоторые вещи, которые сейчас уже, ну, они не актуальны, отпали в силу того, что ситуация поменялась. Ну, с рогатками, да, уже никто не бегает. Ну, да, да, это же... Лера сейчас напишет статью. А так, ничего нового, там, и кнопки, там, скажем, был такой момент, когда мы и стул учителю по музыке подпилили, он с баяном рухнул весь. Ну, разные были ситуации. Так было даже. Я говорю, лучше не надо об этом. Тогда это придется, походу, вырезать, да? Вот это. Ну что ж, давайте перейдем, думаю, к третьему вопросу. Ну, сейчас с баяном, наверное, на опыт. Иван Васильевич, заставляли ли вас ваши родители ходить в какую-нибудь секцию? Итак, секция. Я не хочу обидеть, наверное, вот сегодняшнюю молодежь, но раньше была мода. Вот, проходит какой-то период времени, на что-то мода появляется. Вот у нас 4 брата родные, да? К сожалению, осталось уже 2. Вот старший брат, он занимался боксом, была такая мода. Потом вот второй брат, военный, в Питере живет, у них была в моде тяжелая атлетика. Они вот все железки таскали там, в каждом дворе, в каждой школе это было модно. Когда я был молодым человеком, уже пошли восточные единоборства, борьба, вот там, скажем, это было, ну, дань моды. И все вот ринулись вот им. Но я вот попал в такой тренд. Многие занимались тогда всеми этим, покупали книги. Там, слава богу, что был такой хороший тренер. У нас в классе только 2 мастера спорта, причем мы в одном весе боролись. Такой развитый вид спорта, он и сейчас, так скажем, стоит на одном из лидирующих позиций. Поэтому, скорее всего, вот так. А я поддался веянию моды и пошел. Вот. Но чтобы родители заставляли, нет. Меня родители заставляли, и я долго... Это тоже один из таких вариантов, когда я не совсем честно, наверное, относился к ним. Они долго думали, что я хожу все-таки в музыкальную школу. Вот. Я брал аккордеон, который мне купили, потому что мама всегда мечтала, чтобы в семье кто-то играл. Но на второй год раскрылось, что там уже не аккордеон, там кимоно уже. Поэтому вот так получилось. Иван Васильевич, а вы скажите, бывало такое, что вот вы кого-то защитили при помощи вот этих боевых навыков, которые у вас были? Ну, защитил, наверное, это будет немножко так. В драках участвовал, так скажем, да, особенно когда в студентах, это же дело так святое, на танцах за девушку, но там уже такая массовая потасовка за право доминирования, поэтому, конечно, было такое, да. Вот вы говорите здесь про музыкальные, вы можете что-то сыграть на арфе? Нет, конечно, ну, поэтому... Чуть-чуть прям музыкальный проигрыш. Да? Проигрыш или... Мне боженька не дала вот это. Расселение будете. Вы видите, вы хотите на меня потом все звонить, да? Когда говоришь с мастером спорта по самбо, говорите, на чем бы вы ни играли, говорят, очень хорошо. Да? Это прекрасно. Спасибо. Ну что ж, собственно, следующий вопрос. Да. Иван Васильевич, какой институт вы закончили? Такой интересный вопрос. Да, я закончил аграрный университет саратовский. При нем же закончил аспирантуру. Ну, защищался я в Пензе, чтобы не было там, скажем, толков, что все это ангажировано, все это куплено. Вот и все. А вообще, как, на какие оценки вы именно в институте учились? Я в институте тоже хорошо учился. Но тоже плохо себя вели. Это замечательно. Поэтому вдаемся в учебу, и все у нас будет хорошо. А вот скажите, а вот в институте у вас был период самоопределения? Ну, то есть, вот как вот вы в институте поняли, что хотите быть политиком, или когда? Ну, в политику меня привел Вячеслав Викторович, скажем, и мой такой характер. Я по знаку дева, а у дев у них обостренное чувство справедливости, если вы знаете. Вот там у нас написано, как раз, поэтому оно всегда у меня присутствовало. Ну, наверное, это правильно. Вы верите в гороскопы? Сейчас ты каждый день прям читаете, знаете, есть вот ВКонтакте, даже сообщества такие, там каждый день почти одно и то же. Я верю в себя, верю, что в жизни можно всегда всего добиться, если к этому просто идти. Ну и, наверное,
Самое главное быть честным всегда по отношению к себе. Я часто говорю, вот у меня бывают встречи, там, в том числе и со школьниками, со студентами. Главный судья всегда это вы сами. Подошел к зеркалу, ну и поговорил сам с собой. И зачем пенять? Не зря же говорят, не надо пенять там, на зеркало, когда у самого лицо не совсем. Поэтому ты главный судья. И когда ты сам с собой честен, то тогда все у тебя получится. Вот, и все. Вот так. Вы прям с этого начинаете свое утро? Нет, в зеркало. Ну, нет, с утра же здесь в зеркало смотрите. Ну, куда? Бреюсь, когда смотрю в зеркало. А так нет. Все как обычно. Умываюсь, зубы чищу, бреюсь. Скорее наоборот. Даже уже в зеркало стараешься не смотреть. Вы, наверное, заметили, у нас здесь такой необычный стенд достаточно. Кое-что здесь относится к книгам. Как вы относитесь к автору Евгению Запяткину? Вы читали его произведение? Да, читал, он мне периодически дарит свои вот, произведения. Нам тоже он подарил свои произведения. Ну, есть, так скажем, такие юмористические. Растишь или еще что-то, да. А можете что-то почитать художественное? Какое-нибудь стихотворение? Ну, лучше не надо, так скажем. Ну, почитать могу, конечно. Почитайте, пожалуйста. Ну что ж, на самом деле... Давайте в другой раз. На самом деле, у нас, в принципе, получается, что все мы вопросы вам задали. Все абсолютно вас спросили, все узнали. И нам остается только поблагодарить вас за то, что вы сегодня приняли участие в нашем первом выпуске 1762. Мы хотели вам сказать большое спасибо. Спасибо за честь. Друзья, вы видели, какой у нас сегодня был гость, и я надеюсь, что в следующих выпусках вы тоже будете у нас и попробуйте только не прийти. Спасибо большое. Спасибо. Может, это без компотика? Да. Может, селфи сделаем? Да, давайте селфи. Только что было сказано, для чего это делать. Спасибо большое, Иван Васильевич. Там все осталось полностью, конечно. Да? Мы будем очень рады. Договорились. Все. Спасибо большое. А я думаю, ну куда нам деть? Вот, пристроим коробку. Теперь есть уже. Да, да. Все, до свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Фух, Лер, ну это было прекрасно, вообще здорово. Я думаю, мы провели свой первый выпуск, да? Как ты думаешь? Тебе понравилось? Очень, мне очень понравилось. Так, зрителям понравилось? Да! Это замечательно. А, кстати, в этом выпуске мы спрятали небольшую пасхалку на нашего следующего гостя. Кто отгадает, тому мы обещаем... Стаканчик компотика? Так, ну и не только. Пока! Пока! Виталь, ты что делаешь? Так это Иван Васильевич пил из него. И как бы, может, я попью, и губернатор. Погоди, а ты что здесь делаешь? Мне бабушка сказала банку забрать. Ну это, давай пока тогда.